Наше общество, оно меняется по ряду причин. Первое, меняется техника, меняются взгляды, меняется, опять же, этнический состав. Поэтому изменения в правительстве, они необходимы и абсолютно обоснованы. Новое правительство, каждое новое правительство должно работать на новое население. Население новое в плане технической поддержки, там, национального состава и так далее. Поменялась, допустим, концепция общего развития города, надо менять правительство. Если у вас, скажем, как в Москве, многие годы диктовал все строительный комплекс, я думаю, что это правительство, которое осуществляло стихийную бесконтрольную застройку нашего города, его надо убирать и ставить вместо них, допустим, экологов. Почему я знаю эту проблему? Потому что у нас вот здесь, в нашем дворе, рядом совсем, хотели убрать футбольную площадку для того, чтобы сделать там стоянку для машин. А сами тут же построили два огромных дома. Ребята, ну не стройте два огромных дома, поставьте там автомобильную площадку, стоянку, и не надо будет убирать футбольную площадку. То есть надо менять правительство для того, чтобы менялись взгляды на развитие города.